Я у мамки повар. Помню в детстве, каждый день с мамой бутерброды делали, яблоки от кожуры очищали, чай заваривали. Этот навык повара у меня с самого детства. И его передала мне мама, а маме передала бабушка. А бабушке дедушка, а дедушке сын. И так до бесконечности друг другу передавали мастерство повара с попон веков. Я люблю жрать. Все любят жрать, мне кажется. Любой человек на этой планете любит жрать. И это естественно. Без жрачки нет жизни, нет пищеварительного процесса. И многие мои подписчики знают то, что я хороший повар и что я люблю готовить, а потом жрать. Но перед этим готовить, потому что не приготовишь, не пожрешь. Тебе это мама готовит, а я сам себе должен готовить. Ну, пока я живу у мамы, мама мне готовит, но все же. А потом, когда я с Катей живу, Катя мне готовит. Но все же, мастерство кулинарии тебе в любом случае рано или поздно понадобится. Пфу, сыр из зубов выпадает. И многие мои подписчики знают, то, что я давно хотел открыть свой бизнес, ресторанный, пиццерию, пастарию, лазаньярию, креветкарию, бутербродарию. Тот ресторан в сезоне жизни ютубера как бы можно учитывать, но я решил еде посвятить отдельную тему. В этой рубрике мы будем симулировать хорошего повара. Хотя мне симулировать не нужно, потому что я действительно хороший повар. Разрешите всех поприветствовать в моем новом заведении, которое называется Шармен! Ну, от меня, Эдуардо Пепперони. Привет. Привет. В этой шаурмешне у меня есть очень много блюд. Шаурма и пицца. Это два единственных блюда, которые я пока что умею готовить. Но новые рецепты изучать и покупать мы будем потом в будущем. Шаурмен. Он будет тебя приветствовать каждый раз, когда ты будешь посещать мою шаурмешечную. 24 на 7, 7 дней в сутки, 369,5 дней в году работает моя шаурмешечная. Дверь закрыть, не в лифте же родился. Ой, вы себе не представляете, сколько я бабок потратил на то, чтобы ее открыть. Все свое состояние и все, что сейчас у меня осталось, оно находится вот здесь. Я их оставил на то, чтобы закупаться продуктами. У меня есть знакомые, которые могут мне делать доставку продуктов и также готовить шаурму, готовить пиццу, пока я не куплю себе новые рецепты, пока их не выучу, зарабатывать бабки и копить на то, чтобы в будущем открыть сеть. Просто сеть ресторанов в центре Москвы. У меня не только будет одна шаурмешечная, которая находится, ну, если честно так вам сказать, да фиг его знает, где она находится, я сам не знаю, где она находится, где-то в лесу находится. Вот какой здравомыслящий человек будет открывать шаурмешечную в лесу? Я. Привет. Рад с тобой познакомиться, но как бы разговоры разговорами, а мы с тобой должны приступать к тому, чтобы приготовить в этой серии... Ну да. Я самое главное тебе забыл сказать. Подписчики знают то, что все мои рубрики находятся в различных параллельных вселенных. И вот эта рубрика находится в такой параллельной вселенной, где существуют в одном мире и нормальные люди нормального роста, и лилипуты очень маленькие, и также нереальные великаны. Я не знаю, как они здесь ужились на этой планете, но как-то да... уживаются. Я-то открыл маленькую шаурмешечную. И так случилось то, что в этой вселенной я обычного роста, а вот Катя... Привет! Я хочу кушать. А что ты кушать хочешь, Катюх? Пиццу хочу с ананасиками и пепперонькой. Пиццу с ананасиками и пепперонькой. Так, я знаю то, что Катя любит ананасики, я знаю то, что Катя любит пиццу с ананасиками. Так, расчехляем фартук и приступаем. Первое дело – тесто. Мука. Мука у меня была где-то вот здесь. Да, в принципе, один пакет нормально. Потом нам нужно с тобой еще взять немножко соли. Давай возьмем 3 щепотки соли. Можно еще добавить сахара, но я бомж не успел его закупить, поэтому сахара у меня нет. Сюда муку в блендер, чтобы у нас тесто получилось. Муку... 3 щепотки соли, и где у меня яйца. Опа, 2, ну да, в принципе, 2 яичка, мне кажется, будет достаточно. И запихиваем сюда яйца. И включаем на максимум. Опа!
Вот, оп и оп. Так, тесто есть, и я сразу же отправляюсь делать корж для пиццы. И да, не удивляйтесь, то, что я отправляюсь делать корж именно на стол, а не запихивать его в печку. Потому что у меня под этим столом установлена газовая плита, и стол всегда горячий. Поэтому, Катюх, ты там себе руки не обожги, а нам с тобой нужно выстроить прямо сейчас пиццу, и как она будет выглядеть по диаметру. Учитывая, какая Катюха огроменная, мне кажется, вот такая пицца ей точно не подойдет. Это тесто, это корж, точнее лаваш. Мне кажется, то, что если сделать примерно вот такую пиццу, то Катя с нее 100% сможет наесться. Вот как ты думаешь, вот такую ей хватит? Мне кажется, ее еще немножко можно увеличить. Вот так, раз, два, три, четыре, чтобы везде были соблюдены пропорции. Пропорции в симуляторе повара — это важнее всего. Вот такая вот пицца. Так, уже стол начинает нагреваться, поэтому нам можно отсюда свалить. Пока коржик у нас прирумянится, пока тесто у нас нагреется, мы с тобой должны... А, кстати, а какие там вообще ингредиенты у гавайской пиццы? Она же гавайская называется или как? Сейчас, да, я загуглю. Ананас, помидоры, пепперонька, грибы. Так, помидоры у меня есть, помидоры у меня растут вот здесь, поэтому давай с тобой соберем раз, два, три, четыре, давай 8 помидоров соберем, вот так, 8 есть, мне кажется, что этого должно хватить. Разделочная доска у меня вроде находится вот здесь, да, вот сюда, ставим ее вот сюда, бросаем помидорки, опа, и нужно их сейчас немножко порезать. Бррррр! Ку-ку, привет! Помидорки у нас есть, и прямо сейчас я запиндюлю их на пиццу. Опа! Ты только посмотри, уже румяненькая такая корочка появилась. Так, помидорки. Мне кажется, что можно один вот сюда, второй вот сюда. Я не буду много пихать. Третий вот сюда, давай еще четвертый вот сюда. И пятый, в принципе, давай по центру. Вот смотри, ну не красотища ли? И это только с помидорками. А сейчас грибы. Вот там, кстати, есть грибы. Ща. Долго еще? Я пиццу хочу. Сейчас, Катюха, все будет. Давай мы с тобой грибочки соберем как можно скорее. Вот этот. Мне кажется, много не нужно. Можно еще вот этот красненький собрать. Мне кажется, с Катей ничего плохого не произойдет. Разве что мультики наяву сможет посмотреть. Хотя очень сильно сомневаюсь, здесь же у меня в лесу нормальные грибочки растут. Все с Катюхой будет нормально. Ну, я по крайней мере на это надеюсь. Разделочная доска, и ты знаешь, что мы с тобой сейчас будем делать. Ай, шампиньончики ароматные, душистенькие. Обожаю грибы, честное слово. Вот просто не могу без шампиньонов. Сейчас мы их забабахаем тоже сюда. А в гавайскую пиццу вообще идут шампиньоны или нет? Да пофиг. Ага, раз, два, три, четыре, пять. Но мне кажется, перебарщивать тоже не стоит. Мы их разложили с тобой по кругу вот так. Можно еще один вот сюда. Насыщенная пицца! Если что, ты знаешь, что чаевые ты мне 100% должна оставить. А то я Катюху знаю. Ну, Катюху. Почему я реально в последнее время случайно Катюхой называю? Катя, извини, пожалуйста. Если ты смотришь этот ролик, Катюха. Катюсечка. Не Катюха. Кстати, кофеечек. Я себе купил кофемашинку, поэтому в любой момент можешь приходить и в любой момент можешь забирать кофеечек. Шампиньончики есть? Пепперонька. Пепперонька. Меня есть... А, кстати, сыр же еще нужно. Сыр я заберу, яйца я брать не буду. Пеппероньку. Так, у меня здесь где-то был боевой ножик. Соответственно, нужно пойти добыть немножко мяса. Не, ну ты нам точно не подойдешь. А, ну... Как я тебе говорил, в этом мире есть и нормальные существа обычного роста, и вот, вот такое подобное чучело. Ну, естественно, для подобных монстряков нужно подобное оружие. А, вот сейф мой. А, вот сюда и вот сюда. А ты что, думал, я обычный повар? А-а, нифига. Люблю в последнее время на охоту ходить. Охота — это, в принципе, очень такая занимательная профессия. Привет.
Ага, и вот, ага, и у меня есть 64 стейка. Ну, слушай, соответственная свинюха, соответственный дроп, соответственное количество стейков. Вот эта работа мне нравится, вот прям честно, всю жизнь мечтал быть поваром, и наконец-то хоть где-то у меня эта мечта осуществится. Сейчас на разделочную досочку мы с тобой фигачим немножечко свининки. Ты знаешь, что нам нужно с тобой делать. Я потратил 16 кусков мяса и сделал себе 16 пепперонек. Поэтому прямо сейчас мы с тобой отправляемся вот сюда. И в первую очередь, мне кажется, что можно украсить нашу пиццу небольшим таким количеством сыра. Только куда его запихнуть? Здесь уже места нет. А еще же ананасы! Так га... Ой. Кто-то меня реально сегодня прибьет. Ананасы, гавайская же пицца, она славится как раз таки тем, то, что в ней есть ананасы. А проблема в том, то, что ананасов у меня нет. Надо позвонить моему старому другу, который делает поставки. Ага, вот сюда. Пепперонику закидываем на пиццу. Как ты видишь, пицца вот прям у нас слишком насыщенная. Вот все мы знаем, когда мы заказываем пиццу с каких-то доставок, приезжают там, ну, 3 кусочка мяса, 2 кусочка грибов и 3 кусочка сыра. Вот и вся тебе пицца. А у меня, ну, как видите, я не жлоб. Мамка хорошего человека воспитала. Как ты видишь, я вот прям, ну сколько, сколько здесь уже ингредиентов. И самого главного здесь еще нет, это ананасов. Поэтому мы с тобой немножко места все же оставим, чтобы... Ну давай еще вот сюда, хорошо. Еще одну пепперонику, а следующая мне останется на следующую серию, если она, конечно, выйдет. А я вот всю ответственность этой рубрики перекладу на тебя. Да, и даже не удивляйся. Чтоб потом меня подписчики не спрашивали, что, мол, Эдисон, выйдет ли новая серия симулятора повара? Выйдет! 29 995 лайков! Я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия симулятора повара. Все зависит только от тебя. Как только там набирается столько лайков, я сразу же ее выпускаю. Просто знай. Так, нужно позвонить одному человечку. Ага. Рафик! Рафик! Салам алейкум, брат! Шкереды печи дырды? Харич бил? Ага. Штереш, короче, хуй кат-кат-кат-какуха. Карбуджи, карбу, пицца и ананас. Ананас. Ага. Ага. Карбуджи, гури. Карбуджи. Ананас, хуй. Ананас, гури. Ага. Шармен. 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 Ананас, хуй. Харкучик. Ана, ага. 5 минут. Ага, ага, ага. Fuck you. Ага, окей. Ага. Харич, гури. Ага. Семье привет. Ну, я надеюсь, что он меня понял. Я как бы грузинский не знаю, я просто сейчас рандомные буквы своего рта выбрасывал. Ну, надеюсь, то, что Рафик меня поймет. Рафик у нас скоростной мужик, Рафик у нас скорострел. По идее, он сейчас уже должен приехать или с той стороны, или с той стороны, я не знаю. О! Рафик! Рафик! Рафик, братик! Рафик же Рафик! Стоп, 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 стоп! Товар привез? Ананасы, мне нужны ананасы. Ты видишь там... Видишь, на тебя кто кукует? Видишь? Это девушка моя. Салам пополам. 10 ананасов, мне кажется, ну, должно хватить. Красиво, брат. Ай, брат! Ай! Ай, спасибо, брат, спасибо. Катюх! Тебе Рафик сказал, ты красивая! Она молчаливая у меня. Ну, редко рот открывает, редко разговаривает. Но она сказала тебе спасибо. Рафик! Так, а, опа, опа. Так, смотри, я беру... Ну давай, я не знаю, сколько ананасов мне должно хватить. Давай я немножко наперед возьму, давай. Вот давай, 10 ананасов взял, 10 ананасов. Сколько 10 ананасов будет стоить? Смотри, брат, за 10 ананасов 500 рублей. Что-то у вас цены какие-то на рынке. Ну, ладно, сейчас подожди. Ну слушайте, если я возьму 10 ананасов наперед, 500 рублей. Если Катя мне заплатит, как бы, баба-бабой, ну, в смысле, моя девушка-девушкой, да, все же. Но если она мне нормально заплатит, так, смотри, держи, держи, Рафик, 500 рублей, я себе наперед возьму немножко ананасов, мне кажется, что должно хватить. Все, давай, красивый трактор, розовый, прям мужицкий такой. Салам алейкум! Опа, и почти, Катюх! Так, 10 ананасиков, сюда. Ну, ты не спрашивай то, что я их не очистил, просто... Кате так больше нравится. Ага, придумал отмазку. Так, ну, чтобы тоже тут не раскошериваться, вот примерно вот так. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ананасов, смотри, сколько помидор, смотри, сколько пепперонек, сколько сыра.
Ой-ля, я бы сам сейчас такую пиццу бы заточил. Приятного аппетита! И гастрита! И диарита! Ой. Ну вот о чем я и говорю. Вот, вот смотрите. Иногда здесь могут заспавниться нормальные зомбари, иногда могут заспавниться кинг-конги-переростки. Поэтому я здесь вообще на улицу, ну, очень редко выхожу. А если выхожу, то только... Ну вот с этой крошкой в кармане. Да ну! Да ну! Да... Ух, спасибо. Было вкусно. Ну ты, мать ее, конечно, слопала прям за секунду. Хотя да, учитывая твои размеры. И твои тоже. Ну, самое главное то, что она тебе понравилась. Все, давай, Катюх, встретимся когда-то в этой жизни. 1000 рублей. Ну а что ты хотел? Премиальная шаурмешная, да. Ну как бы мой конек это шаурма, но я иногда так подрабатываю пиццкой. Но все же ты заметил. Сейчас выкладываем сюда 1000 рублей, и у меня в запасе получается 2500, 2800. В начале серии у меня было 2300, но все же, как ты видишь, мы с тобой закупились хотя бы небольшим количеством шампиньончиков, ананасиков. Также у нас есть с тобой сыр еще немножко осталось. Помидорки у меня на огороде растут, у меня еще тесто дофига. Пепероньки также много. И все это нужно выложить как можно скорее в холодо, чтобы оно не протухло. Опа! Полный холодильник нужных мне ингредиентов. Поэтому из этого всего можно еще примерно 1-1,5 пиццы сделать. Еще 1500 рублей навариться сверху. И как ты понимаешь, это только начало. И в следующих сериях мы будем выполнять по несколько заказов за один раз. И также учитывая то, что ко мне в мой ресторан... Ну, ресторан, слишком я как-то палку загнул. Шаурмешечную могут прийти обычные посетители, нормальные люди. Даже у меня вот здесь кресло есть для ребенка. Как ты видишь, сюда даже я помещаюсь. А ты-то точно поместишься, ну или кто-то другой. Все сюда поместятся. В общем, приходи. Шаурмен Эдуардо Пепперони. Это я. И это только начало. Я сажусь на свое рабочее место, в окне тебе передает привет мой наставник, а я тебе скажу огромное спасибо за просмотр, что самое главное, я тебе действительно хочу попросить, дай мне знать в комментах, понравилась ли тебе эта новая рубрика или нет, а если да, тогда я обещаю то, что буду выпускать ее как можно чаще. Спасибо тебе огромное за просмотр, это первая рубрика, где я буду в конце желать реально приятного аппетита, потому что, мне кажется, каждый человек после просмотра данного ролика захочет пойти на кухню что-то старотыбзить из холодоса. Да я в начале серии бутер захомячил, сейчас пойду себе яичницу сделаю, я же все же повар. Самое сложное блюдо на этой планете, яйца пожарить. Спасибо тебе огромное за просмотр, всем удачи и всем па-па! Cat.